В Уфе состоялась пресс-конференция руководства российской футбольной премьер-лиги. На первый план вышло не подведение итогов выступления Уфы, а вопросы трансляции матчей, в том числе в регионах страны. Напомню, теперь домашние игры Уфы можно увидеть на нашем телеканале. Это стало возможным благодаря совместной работе лиги, футбольного клуба и БСТ. Ведутся переговоры и о показе на региональном ТВ гостевых матчей башкирской команды. Когда цифры появятся, у нас мы реально еще раз проведем встречу, я думаю, что мы решим, и выездные матчи тоже будем показывать. Потому что мы прекрасно понимаем, такие возможности, такое оборудование у нас есть, и такой регион. Может быть, изменится система монетизации только единственная. Но для того, чтобы монетизировать, надо привлечь человека, мы это тоже понимаем.